Музей «Симбирская фотография» сравнительно молодой. Он открыл свои двери для посетителей в 2004 году. Но за эти годы его экспозиция устарела. В конце прошлого года было принято решение закрыть его на реэкспозицию. Сейчас музей вновь заработал. Музей «Симбирская фотография» – один из самых любимых музеев, который входит в состав музея-заповедника Родины Ленина. И вот это обновление, я думаю, будет очень большим подарком весенним жителям нашего города, туристам, людям, которые увлекаются фотографией. А фотографией, собственно, увлекаются все. Краеведы, исследователи, историки, ученые, просто люди, которые занимаются творчеством. Почти за 20 лет фонды музея-заповедника пополнились большим количеством удивительных фотографий, которые ранее не экспонировались. Они сами по себе являются настоящими произведениями искусства и показывают жизнь города и области в 20 веке. Это работы фотомастеров Александра Маркелычева, Аксентия Гологозы, Леонида Лазарева. Теперь их можно увидеть в экспозиции музея. Здесь у нас представлен уголок фотографа. Первоначально он уже был в нашем музее, но в ходе как раз реэкспозиции здесь были добавлены фотографии, которые рассказывают о самом процессе проявления изображения на пленке, потом перенесения его на бумагу, и также с помощью техники, которая также появилась здесь в этом зале, можно будет посмотреть сам процесс проявления изображения. Реэкспозиция позволила включить новые музейные предметы. Среди них кинокамеры разных моделей, такие как «Спорт», «Кварц-2», «Экран-3», «Ленинград». Впервые благодаря мультимедийной технике в экспозицию включены интерактивные мультимедийные игры и викторины. Любимое место посетителей – фотопавильон конца 19-го – начала 20-х веков. Приемная, обновленная старинной мебелью, огромное зеркало в резной раме, конторский стол, обитый зеленым сукном и диван – все это подлинные вещи, принадлежавшие семье потомственного фотографа. Здесь же можно переодеться в костюм 19-го века и сделать фото на память. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.